Шолтезеры, как поселение, известно с 1543 года. Название происходит от финно-угорского глагола «грести». Исследователи полагают, что раньше до центра села можно было подняться из Онега озера по небольшой реке Шолтезерке. Береговая линия Онежского озера достаточно изрезана и представляет собой сочетание мелководных бухт и заливов, богатых рыбой. По своему географическому положению Шолтезеры занимают благоприятную территорию для проживания, богатую лесом, природными ресурсами, минерально-сырьевым потенциалом и неплохими возможностями для ведения сельского хозяйства.